По времени суток, дорогие друзья. У меня, наверное, все размазалось. Это у меня карандаш Пупа. Слушайте, покупала, наверное, 3 года назад уже. Пока еще живой. А вот. У нас сегодня великолепная погода. Слышите, птички поют. А вот. Но я жарковато, конечно, немножко оделась. У меня такой вот причесон. Вот, выглядит это все очень здорово. И вот такая вот я сегодня. Да, зимние ботинки, зимняя куртка. На распашку прохладновато, если застегнусь, буду вся мокрая. В общем, приходится еще вот это выбирать. Я топаю на склад. Удивительное рядом. Расскажу новости этой недели. В общем, позвонила мне подружка, а вот она сейчас, в общем, мое рвение учиться, оно, по ходу движения, очень заразно, а вот, потому что моя подружка, которая отрицала, что ей нужно повышение квалификации, там еще что-то такое, да, а вот, она решилась таки, и вот человек сейчас вот на, получает второе высшее. Вот, это очень отрадно, я очень за нее рада, но как бы у нас у обеих нагрузка прямо пропорционально выросла, потому что мы пытаемся усидеть на куче стульев и учебных, и рабочих, и у нее еще плюс ко всему дети, вот, семья, все такое, в общем, ну, ничего, я думаю, мы справимся, вот, слушайте, буду так держать тогда. Здорово, спорешник. Вот. И, в общем, мы поговорили про учебу. А вы знаете что? Сейчас я поставлю на паузу. Я все-таки застегнусь, потому что все-таки прохладновато. Так, маску снимать не буду, чтобы потом нечаянно ее не потерять. В общем и целом, получается, что мы поговорили с ней про учебу. Мы обсудили работу, что у кого как происходит. А я ей звонила с тем моментом, что у нее, у сына день рождения. И у меня какая-то такая вот, ну, не знаю, можно назвать пунктиком, наверное, да, в голове, что я девчонок, у кого знаю, когда родился ребенок. Вот, я их поздравляю с днем рождения, а не их детей. Вот. И за все 9 лет, сколько человек на этом свете, вот, я ни разу не была на его дне рождения. Вот. Ну, там, может быть, на годик, ну такое. Вот. И мне было настолько неожиданно, что меня пригласили на днюху к ребенку. А вот, у меня сначала, конечно, немножко шок, что дарить. Что дарить детям, что дарить мальчикам на 9 лет. А почему-то другим мальчикам, которые, вот когда у меня спрашивают, да, я знаю, что предложить из ассортимента. А тут что-то я, или я давно уже не работала со своим товаром, или еще какая ерунда, в общем, я не знаю. И вот, ну и мне пришла ответка. Чуть позже, что я вот сейчас иду, чтобы батюшке, у тебя же на складе хватает детских товаров, причем есть один, который точно еще аж с 2013, по-моему, года выкуплен, и у меня там еще немножко осталось штук. Так вот, я лечу посмотреть, что там осталось. Самолеты, вертолеты, что-то такое. Вот. Так что... А будет ребенку подарок, как раз то, что нужно. Вот. Ему как-то нравится смотреть какие-то моменты там техники, вот такое вот что-то. Вот, это то, что я точно знаю. Потому что, походу, она сама не знает, что ее ребенок любит, не любит. Вот. Ну ладно, это такое. Это отстраненно. Вот. В общем, завтра. Еду к ней поздравлять старшего сына. Вот. А каким образом это произошло? Это вообще еще более забавно и странно.
потому что младший сын соскучился и говорит: а когда у нас будет тетя Рита? Мне так было это мило, просто и ну, необычно. Я не ожидала совершенно от 4-летней кнопки, что так важно, чтобы я пришла. Вот, так что завтра у меня будет приключение. Сегодня у меня тоже приключение с пробегом. Вот. Покажу вам как раз лес, который к моему складу. О, дровами пахнет, батюшки мои. Птицы летают, поют. Это ж просто сказка. Я так хочу на шашлыки, ребята, вы не представляете. Я понимаю, что сейчас еще попа отмораживание, вот, но это просто грачики. Здорово. Небо, видите, синее небо, голубые, переходящие в серые облака. Я надеюсь, дождя не начнется, пока я буду на складе. Вот, что еще? Я сегодня забежала в секонд, обнаружила там себе пальто, решила побаловать себя, видно, розовый, и сделала себе такой вот, как раз, как знала, что вот этот... Ой, вы ж мои хорошие, вон они сидят. Класс какой. Класс какой. Не знаю, что это за птицы. Здорово. Вот такие дела. Я с обновками. Да, уже немножко уставшая. Уже у нас 2 часа дня. День еще впереди. Меня ждет еще учеба. Но сегодня надо, пока выходной, успеть быстренько закончить мою работу. Мне вчера отписался наконец-то преподаватель по последнему предмету, то, что я работу должна была сдать. Вот, так что попробую применить его совет на деле к тем задачам, которые мне не получалось решить. Вот. Надеюсь, у меня все получится. Желаю вам хороших выходных, получается, да, хорошего дня, смотря когда вы смотрите. Я еще не знаю, куда я выложу, но в любом случае, до новых встреч, друзья. Пока.